Если здесь сейчас будут спойлеры, я тут же выхожу. Ну, сержанта Кувалда я не встречал в игре. А кто у нас сержант такой? А, так это танк. Танкист. Танкистка. Танкетка. Ну, гиганта пустоты ты же видел. В самом начале они там были. Когда ты спасал зелков. Дарков, точнее. Угу. Там гигант вылез, помнишь? Ну да. Так что, ну, я думаю, что навряд ли это для тебя будет спойлером. Долго грузится. Ну... Не, мне просто серии надо записать, а время уже 9. Так они записываются быстро, друже. Кто записывается быстро? Все серии. Ну, ты на легком играешь. Я вот думаю переключить меня на легкий и пройти уже всю кампанию. Хотя нет, тогда прикол от не будет главного. И что это такое? Это развитие обыкновенное? Поле, проецирование динегратическое поле указания. Чтобы выполнить задание, мы должны уничтожить все обнаруженные основные цели. И кому ты это написал? Я для прикола написал. Мы как бы играем вдвоем сейчас. Я знаю. Перегрузка щита еще. Эта способность будет доступна при достижении 10 уровня командира. То есть нам нужно в центр. Вот там гигант пустоты, насколько я понимаю. Ну что ж, наши противники тираны. Пошел у нас разведку. Крепость должна уцелеть. Хорошо. Мы сейчас будем с тобой развиваться. Давайте я тоже построю здесь некоторые строения. Ой, у меня supply блок. Та ж фигня. Забываешь, да, немножко? Забываешь по существованию такой гадости, как supply блок, да? А чё они сделали это бесплатный-то? Ну, так, а прикольно, наоборот, чё? Или это, возможно, из-за того, что ты со мной играешь в кооперативе? Ну, да. Скорее всего. У них тут и технологии старые. В смысле, я хранилище еще не построил, а барак мне уже доступен. Вон он что, да? Да, так что непонятно, что. А у меня гиты, например, уже есть. А типа вот это нам надо охранять. Угу. А то мы таким оранжевым цветом прикольным светишься. Угу. Я могу твоей пробкой управлять. Серьезно? На раз. Поверил. На раз так прям. О, тут медики есть обыкновенный прикол тут. У меня отображается, кстати, твой курсор выделения. Ну, да-да, и я твой тоже вижу. Так, смотри, вот здесь вот как бы камни. Ну это. Знаешь, что самое смешное? Я могу сделать вот так вот, например. Или вот так, например. Или вот так, например. Но это как в этом сделано. Да. Ну, это на случай, если ты играешь не с друзьями. Хочешь оборонять это место? Ну ладно, давай оборонять это место. Так, мне нужны... Мне нужны что-нибудь. Я думаю, мы одну миссию эту выполним, и, наверное, все на этом деле. И я к чему говорю? Смотри, видишь, у меня уже варп-гиты открыты сразу. Да, вообще халява. И плюс орбиталка у меня есть, кстати говоря. Если пройдешь вперед, я могу продамажить его. Кого продамажить? У меня есть орбитальный удар, если что. В смысле подсветить их? Да-да-да. Если подсветишь, я туда продамажить могу. Давай, только не забывай, это в реальном времени все делается. Да-да-да, я знаю. Не, ну ты как-то... Бамс. Промазал, по-моему, да? Противник призвал гиганта пустоты. Ой. Просто... Ой. Может, мы его зря вызвали? Не, ну меня драгуны призвались, как бы здесь зелки еще. Надо... Смотри, они стреляют. Надо гиганта выносить быстрее на него. Может, мы зря? Не-не-не, нормально, гиганты они легкие. Главное уходи из этой точки. Тебя однозначно любит, друже. Нужно
построить больше пилонов. Никто не устоит. Типа я мобильный. Сейчас на меня, не? Не? Окей. Да он мою любовь испытывает. О, у меня батл крузер, гиперион появился. Жесть. У меня столько сейчас минералов, я ничего не использую, мне надо построить. Гигант пустоты убит. Отлично. Давайте мы построим много полезных вещей. Ты все-таки записываешь, да? Появился, да. Гигант пустоты. Я как бы заранее тебе сказал о том, что я буду записывать. Да. Вот, вот игры ты так... быстро изучаются. Ты и можешь буст так... кинуть? А, кстати, да, у меня же действует буст. Готовьтесь, противник приближается к нашей базе. Да, я могу на тебя кидать буст, например, на себя кидать. Вот сюда. Буст. Фиг тебе. Мне тоже нужны укрыты. Так, они-то едут к нам. У меня драгуны приплыли. Что, кстати, касается драгунов, у меня скоро будет сингулярный заряд. Дальность атаки драгунов на 2 увеличивает. И нам надо бы вторые базы захватить. Выступаю. Надо, но надо отбить вначале это. А что мы там отбиваем? Мы там ничего не отбиваем, у нас все там нормально. Атаку только отобьем, да и все. Прикинь. Жизнь за Айю. Ших, я-то думал, там идет. Все, шли на базу. Какие базы? Боковые. Ты на верхнюю, я на нижнюю. Окей. Ну, типа вот сюда. Так, ладно. Что у нас здесь по крейдам? Что-то у меня вообще минералов нету. Да ладно. Как ты так развиваешься-то, друже? Да вот. У меня, например, наоборот, минералов полно. В ноль. Трачу все. Молодец. Здесь автоматический призыв прям сразу идет, кстати. Заметил? Чего? У меня призыв войск? Юнитов прям сразу идет, да. У меня нет. У тебя варпом прям. Пум-пум. Вот это надо теперь пойти уничтожить. Видимо, да. Так, мне нужно еще парочку китов сделать. Отлично. Давайте сразу на... газилку. Здесь построим еще пятерых. Так, и ты подстроишь у нас Nexus. Жалко, что здесь нет фишки с добыванием газа. Да, но можешь чуть позже откроется. Возможно, кстати. Мне кажется, что здесь также изучается, то есть герои апдейтятся. Союзники вступили в бой. Все типа происходит как-то так. Так, ладно, подожди меня, сейчас я к тебе приду. Ты там как? Да, я нормально. В принципе, мы на изи играем. То есть, нам не открылось пока еще никаких сложностей. Особу чести. А знаешь, что я могу сделать? Вот стой, смотри. Телепортануться, да, ты можешь. Не, я могу прям под тобой пилон создать, не создавая пилон. То есть, если ты будешь здесь, я сейчас туда подварплю моих юнитов. Противник призвал гиганта пустоты. Дикие орбиталки. Бум-бум. Оу, два. Слышь, их два, чувак. Ну да. Особу чести. Хасар Эгемплани. Так. Твоя воля исполнится. Вызываю гиперион. О, фига, ты там гипериона вызвал, реально. Ну да. Мы, ты что думал, я шутил? Гиганта шутник. Пустоты. Оу. О, я им еще и управлять могу. Ну тогда. Ограничение завершено. Ой, сейчас жару мне дадут. Ну ладно. Да что-то вообще не больно он бьет. Ну, кстати, да, есть такое. Так что можно было не танцевать танцы с бубном. Но мне кажется, здесь тоже какие-то ачивки есть. Но мне кажется, что они идут где-то с бойца, опять-таки. Потому что в последнее время все с бойца идет. Теперь надо через мою вторую сторону проходить. Вот и понял. Так. Ваши союзники вступили в бой. А что ты там сделал? Ну, я туда телепортанулся. Ага.
И исчез, да? Да, и исчез тут. Так, давай центр, все защищаем. Ну так, чисто ради фана. Особу чести. Твоя воля исполнится. Пройдем. Пошли. Пилон на полу, это, конечно, мощно. На автопризыв юнитов за секунду, это нормально? Это вообще как? Чит. Так я еще и бессмертие могу включать. Появился гигант пустоты. Смотри, я сейчас под бессмертием как-то. Но мы тоже, мы все. Я засек вражескую атаку. Противник направляется к нашей базе. Там какие-то самоубийцы оттуда, например. Не хватает минералов. Мы уничтожили гиганта пустоты. Ну, минус один гигант, остался один. Иллюзия еще есть, гигант. Все. Есть. Вот это надо убить. Нет, фигня. Так, я пойду наверх, ты тогда убивай и возвращайся на базу. База союз, ваши союзники вступили в бой. В принципе. Я могу тебе помочь на твоей... А, нет, я не помогу тебе толком. Ну, отвлечься столько. Пойдемте дальше. Ну, сейчас уже... Воу! Дополнительная цель. По нифига себе. Уничтожьте ее. Ты видишь, да? Да-да. А хрен тебе. Не долетело. Дополнительная задача выполнена. Не долетел, бедняга. Просто так, не долетел. Так, давайте. Замечательно. Все, из-за там нормально? Да, я отбился. Шикарненько. Так, здесь больше ничего нет. Скорее всего, на твоей стороне еще что-то есть. Я не знаю, есть ли здесь еще что-то. Но, по-моему, здесь тупик. Да, здесь тупик. Все, идем на центр тогда, да? Ну. В принципе, относительно легко. Нужно построить больше пилонов. Шикарно просто, я не знаю. А че они не вылазят-то? Потому что вон там, смотри, кто к нам пришел. Видишь, как к нам пришел? Ну да, но... Появился гигант пустоты. Почему они не вылазят? Почему они не вылазят? Да сейчас мы их убьем. Мы сражаемся как один. Особу чести. Гигант пустоты убит. Нужно построить больше пилотов. Нифига себе ты драконов. И драгунов. Где бессмертие? Нет его. Так. Все-таки хорошие подфризы идут на самом деле. У тебя, наверное, на супер максимум, потому что да, у меня нормально. У меня на ультрах просто как-то. Гигант пустоты убит. Отдали. И все. Миссия выполнена. Комплекс был спасен. Победа. Это, кстати, никоим образом сюжетки не связано, так что можешь радоваться. Ну да, это победа просто трата времени. Не, ну почему? Прикольно. Выход. Ну да, когда это как фарм в Диабло, который абсолютно случайным способом. Мне дали 0-0 опыта, потому что, наверное, мне... А нет, вот сейчас дали. Мне дали 20 тысяч опыта, 2 тысячи опыта, еще 5500 опыта. За ну, что я получил копье одну на спасительный щит и получил улучшение врата искривления. Увеличивает количество зарядов врата искривления с 1 до 3. Охренеть! Ты так удивляешься, как будто... Как будто не знаю. Не, ну то, что это в компании, это да, но то, что это еще и здесь, это круто. Ладно, всем спасибо, в общем, всем удачи и пока. Пока-пока.